Больше 30 педагогов дополнительного образования приняли участие в семинаре по робототехнике. Его проводит Республиканский центр дополнительного образования и детского движения в рамках подготовки ко второму республиканскому чемпионату Junior Skills. Всего в семинаре принимают участие 39 педагогов из 14 районов Якутии. Не обошлось и без гостей. Им стал главный тренер сборной России по робототехнике Максим Васильев. Если в общем по России брать, то, конечно, таких педагогов, кто в состоянии эти новые технологии использовать и внедрять в свой образовательный процесс, их достаточно мало. Хотя, если смотреть на Якутию, вот Якутск в частности, то энтузиастов здесь достаточно много. Я думаю, что там, с учетом того интереса, который есть сейчас в регионе к этому направлению, в ближайшее время оно еще больше будет развиваться, сильнее. И что позволит достигать очень высоких результатов.